Сьогодні в програмі: як проходять пологи? Дитина мало їсть. Як покращити апетит? Чому виникають скандали? Та як навчити дитину контролювати свої емоції? Поради спеціалістів. Жінка, носячи під серце малюка, з нетерпінням очікує з ним зустрічі. Багатьох хвилює питання, як проходить родова діяльність. Як правило, перші пологи тривають приблизно 13-17 годин і близько 10 годин, якщо малюк другий. Якщо ж тривалість перевищує показники, фахівці говорять про затяжні пологи. В родах є три періоди. Перший період, коли схватки. Маленькие, больше, расстояние между схватками меньше, схватки интенсивнее, вот, понятное дело. Второй период – это, собственно, период изгнания, то есть когда плод проходит, вот, и поворачивается, и рождается, собственно. Третий период – плацента, отделение плаценты и ее. Так вот, собственно, воды должны отходить природно в конце вот этого первого периода или в начале второго. Оболонки плоду і плаценти захищають малюка і не дають інфекціям проникнути всередину, зберігаючи навколоплідні води стерильними, аж поки малюкові настане час з'явитись. Води відходять ще до початку схваток, після 38-го тижня, найчастіше у жінок, що вже народжували. Та буває таке, що вони взагалі не відходять. Что приходится помогать вскрывать плодный пузырь. Вскрытием плодного пузыря иногда мы усиливаем родовую деятельность. Да, сразу же. Потому что вот головка предлежит. Вот, а там ведь оболочка. И получается вот этот гидравлический клин, который в шейку с каждой схваткой вот так вкалывается, вбивается. Таким образом проторивает дорогу, расширяет этот канал цервикальный. Вот, расширяет эту шейку, потому что пойдет за ним головка, пойдет. Вот. Если плоский плодный пузырь, клина этого гидравлического нет, эта головка просто в эту шейку, то тогда его лучше убрать. Пусть сильнее сокращается, но вот исходя, это акушер все видит непосредственно в родзале, в родах у женщины. Все нюансы и помогает таким образом ей. Розтин міхура проводять часто, але на все є свої причини. Наприклад, якщо схватки ослабли, то ця маніпуляція може їх підсилити. Іноді в міхурі немає передніх вод, його оболонки натягаються на голову дитині, і це затримує родову діяльність. А буває, що оболонки такі щільні, що навіть при повному відкритті шийки матки міхур сам не розкривається. Дуже поганою ознакою є тривалий безводний період. То есть отошли воды позавчера, еще мы сегодня не рожаем. Ну, считается, сутки это уже большой безводный период. Да. Раньше был такой приказ Минздрава, что больше суток уже не кесарим. Что это получим сепсис, вот, и потеряем. Отож, прислухайтеся до порад лікарів. Если природный процесс не пошел, то уж лучше, чем помирать, лучше уж насильственный. Поэтому, естественно, что кесарево – это не природный момент такой. Вот. Но это выход из положения. Як правило, всім батькам хочеться, щоб їх дітки наминали в обидві щоки – сніданок, обід і вечерю. При цьому, щоб ще й добавки просили. В реальному житті найчастіше буває по-іншому. Никогда не придумывайте что-то, не бегите на кухню, не начинайте готовить что-то этакое. Не устраивайте концерты по заявкам всей семьи перед вашим ребенком. Не включайте телевизоры, телефоны, музыку. Это только отвлекает ваших детей. Заставлять не надо. Лучше объяснить ребенку. Объяснить ребенку, что ты пойми, что ты сейчас, если ты можешь сейчас не есть. Но если ты не поешь сейчас, то в следующий раз ти будеш їсти вже через какое-то определенное время. Слід бити на сполох, якщо знизились показники здоров'я.
В основном ребенок, он всегда ест столько, сколько ему необходимо. И показатель того, что если, например, какие-то проблемы возникли и нужно обратиться к врачу, тогда, когда ребенок в своем возрасте не набирает вес и столько, сколько ему необходимо, это раз. Он не развивается, у него, он не растет, это два. Ребенок становится вялым, бледным. То есть существуют какие-то причины, которые уже необходимо. Родители заметили, что он не тот ребенок, который был до этого. Зверніть увагу на те, з якого посуду їсть ваша дитина. Конечно, это натуральная посуда, это посуда из или фаянса, или фарфора. Ни в коем случае не должна быть посуда из пластмассы, потому что в основном пластмасса – это мы не можем 100% дать гарантию ее качества. По поводу столовых приборов, конечно, это обязательно ложки, вилки должны быть из нержавеющей стали. Ну, в лучшем случае это из серебра. Ни в коем случае не должна быть деревянной посуды, потому что деревянная посуда, в ее микротрещинах содержится и скапливается множество бактерий, которым дальше может дать проблемы в здоровье вашего ребенка. Аби підсилити бажання їсти, можна трохи схитрувати. Сейчас, слава богу, есть посуда очень красивая для детей, она красочная, она с рисунками. И когда ваш ребенок даже положили в тарелочку ту кашку, вы всегда, она взяла ложечку и сказала, давай поедим, а посмотрим, а что там внизу, а что нас ждет, какая картинка, что там нового есть. Ребенок заинтересуется, нужно заинтересовать в еде. А есть с утра обязательно надо. И если я всегда говорю о том, что мы должны уже с этого возраста, должны приучать детей утром есть. Потому что если мы, пока мы можем приучить в этом возрасте, еще мы можем как-то на них влиять, то дальше это будет намного сложнее. И потом дальше уже ребенок, у него меняется режим дня, у ребенка меняется, появляются стрессовые ситуации, и уже будет намного сложнее привести его к той норме, которая необходима. Від розвитку емоційного інтелекту багато чого залежить, навіть погода в домі. Іноді потрібно вміти устраивать скандали, тільки це має бути так зроблено, щоб ви отримали удовлетворення, ваш партнер отримав від цього удовольствия, і при цьому ви оба були щасливі і отримали розрядку тим ситуаціям, які були нерозрішені. Да? Чому виникають, як правило, скандали? Тому що накапливаються якісь енергії, накапливаються якісь нерішені ситуації, які ми вовремя не змогли сообщити своєму партнеру, да? Що мене щось не устраює, або тебе щось не устраює. К сожалению, вот в пориві наших гонок, навіть сучасних, ми забуваємо о том, що друг з другом нужно разговаривать. Ми теряємо общение друг з другом. І не тільки друг з другом, а й з нашими дітьми. Із-за того, що ми постійно куди-то біжимо, із-за того, що нам дуже часто нужно залізти в соціальні сети і обов'язково просмотреть всі новини, які там пройшли за день, ми теряємо общение з близькими людьми. І, к сожалению, це теж проблема именно емоціонального інтелекту. Тому що не всі діти достатньо спілкуються зі своїми батьками. Наши дети страдают от того, что они не всегда умеют определять свои эмоции, соответственно, эмоции мамы. Очень часто мама, пришедшая с работы в раздраженном виде, маленький ребенок может воспринимать, что мама злится на него. А на самом деле мама злится на начальника, который ее там в чем-то напряг, но высказать свои эмоции начальнику она не смогла, потому что потеря работы, боязнь потери работы, боязнь, что тебя там нагрузят еще какой-то лишней нагрузкой, и просто боязнь того, что тебя могут уволить, показывает то, что мы не всегда выражаем свои эмоции там, где это необходимо выражать. А очень часто мы их выражаем там, где, собственно говоря, не нужно было это делать. И наши близкие от этого страдают, потому что ми, як правило, розслаблятися ми розрішаємо себе в сім'ї. І дуже часто свою злость і обіду ми несемо іменно в сім'ю, а не реагуємо там, де можна реагувати. Саме тому важливо навчити дітей правильно реагувати відповідно ситуації та контролювати свої почуття, аби занадта емоційність не зіпсувала настрою або відносини. Тоже, если понаблюдать за нашими детьми, они же очень часто гипервозбуждены и гиперактивны. Они настолько свои эмоции выплескивают на окружающих, и это не всегда правильно, потому что умение останавливать свои эмоции, умение их проявлять так, чтобы это было для тебя конструктивно, а не деструктивно, это тоже важно.
Поэтому для формирования эмоционального интеллекта очень важно научить ребенка определять свои чувства, принимать их такими, какие они есть. Я уже об этом говорила, да, что важно понимать, что злость – это такая же эмоция, что гнев – это такая же эмоция, что страх – это такая же эмоция. И мы все имеем право на любые эмоции, какие бы у нас ни посещали. И важное понимание, чтобы в работе со своими эмоциями ни в коем случае их не отрицать, ни в коем случае их не подавлять. И вообще самый важный аспект работы над собой – это честность перед собой. Вот никогда себе не врите. Если у вас что-то не получается, честно себе в этом признайтесь. Это не значит, что нужно всем об этом сообщать. Но вы себе об этом признаетесь. Как только вы в чем-то себе признаетесь, сразу часть тревожности уходит. Потому что, например, да, если человек не умеет общаться, у него постоянно вызывает это какое-то чувство тревоги, потому что общение – это важная составляющая нашей жизни. Но человек, не умеющий общаться, он может себе рассказывать и объяснять это разными-разными способами, но ни в коем мере не признается себе, что это во мне какая-то, возможно, проблема, и мне нужно ее решать. Одна з особливостей формування емоційного інтелекту – це навчання дітей внутрішнього локус-контролю. Когда мы, например, любую ситуацию рассматриваем из позиции внутри себя, да, что-то происходит, потому что я себя повел вот так, вот так, вот так, или что-то не происходит, потому что я в этот момент не проявился. Это называется внутренний локус-контроль. Когда мы рассматриваем нашу жизнь из позиции, что внутри меня, то и снаружи. Но очень часто люди рассматривают свою жизнь из позиции, что снаружи, то и внутри меня. Я такой несчастный, потому что у меня нет хорошей работы. Или я не умею зарабатывать, как бы у меня не получается зарабатывать деньги, потому что у меня недостойная работа, да, там, или еще как-то. То есть мы ищем причины во внешней. Так вот, эмоциональный интеллект, формирование эмоционального интеллекта детям помогает искать все-таки причины в себе. Это гораздо проще изменить, чем менять внешний мир. Поверьте мне, еще древние философы говорили, что начните с себя. Изменить вы можете только себя. И тогда мир вокруг вас поменяется. Мир изменить невозможно. Мир уже совершенен. Мир такой, какой он есть. И это прекрасно. Учитесь в мире видеть красоту. И тогда красота будет внутри вас.